Недовольные вступившими в силу на 2012 год налоговыми ставками за размещение торговых объектов, экономические агенты пришли на прием к примару города. Владельцы табачных киосков, продовольственных магазинов и развлекательных заведений утверждали, что двукратное повышение налога приведет к закрытию их предприятий. Так как нам подняли 10 тысяч за какие-то 4 квадратных метра, я табачный киоск. У них там вроде есть какие-то пункты, по каким они выбирают, распределяют размещение. И вот хотелось бы услышать, почему нас этот пункт не коснулся. И я сейчас просто буду вынуждена закрыться из-за того, что у меня размещение большое. У меня работают 6 человек, вот эти 6 человек уже останутся без работы, получается. Напротив нас тоже есть магазин, они тоже продают сигареты. У них только 1000 лей на, как бы, сверху им поставили за табак. А у нас 10 тысяч, еще наш вопрос не обсуждается. Думаем, что мы закроемся, мы до Нового года поработаем, а потом, да, будем вынуждены из-за того, что мы хотим так закрыться и все. Мы не имеем возможности просто платить и развиваться дальше. Вроде все делаем для молодежи, чтобы хоть что-то было. Мы уже не ставим там в затраты то, что мы обтягиваем столы, или то, что наши затраты, мы урезаем их до минимума. Возмущенные повышением ставок, экономические агенты пытались объяснить градоначальнику, что новые тарифы приведут к закрытию предприятий и, как следствие, к сокращению рабочих мест. Единая фиксированная ставка в 5-400 леев в год была еще терпимой ношей. До 2012 года ставки были конкретные. Потолок был 5-400, не более. Там могли меньше сделать, но не более. А в этом году был принят закон на 2012 год, что там нет ограничения ставки. И ставка устанавливается на рассмотрение местных властей. Экономическим агентам была дана возможность принять участие в формировании бюджета на публичном заседании комиссии, когда определялись размеры ставок и их обоснованность. Только вот воспользовались ею немногие. В этом году впервые была проведена консультация с экономическими агентами, имеющими торговые точки, перед утверждением их на бюджете 2012 года. На данном собрании, к сожалению, присутствовало достаточно мало экономических агентов, но те, кто присутствовали, увидели, что тут не было какого-то подхода индивидуального к тому или иному предприятию с его названием или в зависимости от того, кто хозяин этого учреждения. Были приняты ставки, исходя из квадратного метра торговой площади, и совет принял решение, что это достаточно справедливо, поэтому каждая ставка из расчета квадратуры. Сейчас, когда уже бюджет утвержден, все доходы и расходы рассчитаны, мало что может измениться, говорил примар. Но все же посоветовал агентам написать индивидуальное заявление для бюджетной комиссии. Менять общие ставки, я не думаю, что это будет возможно, так как расходная часть бюджета уже составлена с учетом доходов по ставкам за размещение объекта торговли. Тут может быть только индивидуальная работа. Удрученные словами градоначальника, агенты все же отправились писать заявление. На следующем заседании комиссии они будут рассмотрены.